Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по боксу BSC ADS, где я абсолютно без вложений в данный момент на просмотре видео и офервал зарабатываю криптомонету Binance Coin. Значит, букс, конечно, отличный, но с приветом. Значит, видим, да, вот такая фигня появляется. Ее нужно обновить. Значит, я продолжаю работать, несмотря ни на что. И сейчас я вам покажу, как я здесь работаю. Не везде, конечно, но тем не менее. Значит, мне вот такая фигня, она у всех почти появляется. Я не знаю, может, у кого-то и нет. Но вот у меня такая вот штука — отключить блокировщик. У меня его вообще нет. Так как я работаю и зарабатываю на рекламе, у меня этого блокировщика на компьютере вообще нет. Значит, что я делаю? Я включаю расширение. Меняю IP-адрес. Сейчас я его включу. Все, я его включила. Теперь вот нажимаю сюда. Меня перебросило на страницу входа. Я разгадываю капчу. Букс отличный, и, конечно, очень жалко его выбрасывать, так как он платит инстантом и довольно-таки неплохо. Так, кекс. Так, это вот это, наверное, кекс. Или это? Кликаю логин. И меня не пускают. Далее я отключаю VPN. И опять разгадываю капчу. Логин. Вот теперь я вхожу, видите, да? Далее я иду сразу. Вот это я потом вам покажу видео просмотры. В данный момент у меня 3 видео я могу просмотреть. Я просматриваю, мне доступны вот эти видео, да? Я их могу просмотреть. Вот, по 30 секунд. Давайте я поставлю на паузу, чтобы не затягивать видео. Оно, возможно, и так затянется. Я просмотрю вот эти 3 видео и после продолжу. Я просмотрела все 3 видео. Возвращаюсь. Вот они у меня все просмотрены. Еще мне доступны офервал. Вот визит веб-сайт. Если они есть здесь, да. 3 рекламки здесь, 4. Вот они мне тоже доступны. Поставлю на паузу, я их все просмотрю и после продолжу. Просмотрела вот эту всю рекламку. А вот это мне, сейчас я поднимусь. Реклама, просмотр сайтов.
мне недоступен уже все. Здесь я уже просматривать ничего не могу. Не дают, хоть ты тресни. Жалко. И вот уже здесь появляется у меня вот эта фигня. Нет, ну никак. Вот ты обновляла 1 100 000 раз, но никак и все. И вот мой баланс. Сейчас я его поставлю на вывод. Платит инстантом. Я говорю, очень жалко выкидывать этот бокс. Я на стандарте. Естественно, это хорошо, что не сделан апгрейд. Кликаю вывод. Вот загорело зелененьким. Минималка отсюда 1000 монет. Идем на Faucet Pay. Платит инстантом. Все шикарно. Вот. BSC ADS. BNB PTS. И вот мои монетки. 6010 BNB Satoh. 8 число. Я же говорю, очень жалко его выбрасывать. Да, я смотрю видео и офервал, но тем не менее минималка набирается быстро. Ну вот, ребятки, вот как-то так. Хотите работать, работайте, пробуйте. Но не хотите, знаете, это дело каждого. Каждый зарабатывает как может. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, всем пока.